блокчейн в Айдахо. Поставщик услуг по обеспечению целостности данных U-Ledger начал работать с управленцами города, чтобы укрепить с помощью блокчейна технологическую инфраструктуру Бойсе, столицы штата Айдахо, сообщает CoinDesk. Как заявляет главный информационный сотрудник города Бойсе Дарин Харрис, они были первым городским правительством, которое внедрило блокчейн, и были в восторге от применения многих преимуществ этой технологии на практике. Генеральный директор U-Ledger Джош МакКейвер прокомментировал: «Они очень рады объявить об этой инициативе, которая принесет большую пользу как U-Ledger, так и городу Бойсе. И он считает, что благодаря блокчейну хранение данных станет стандартом для устранения неэффективности».